Районный музейно-выставочный центр расширяет свои экспозиции, одна из которых посвящена герою России, нашему земляку Жоржу Абрамовичу Ковалю. Жорж Абрамович Коваль родился в еврейской семье 25 декабря 1913 года в городе Сью-Сити, Айова, США. В 1932 году из-за экономического кризиса в Штатах семья Коваль решила вернуться в Россию, к тому времени Советский Союз. Семья Коваль прибыла на пароходе «Левитан» во Владивосток, а затем на постоянное место жительства в Еврейскую автономную область. Совсем недавно в городе Москва произошло знаменательное событие. На доме, где жил Жорж Абрамович Коваль, открыли мемориальную доску. Наш корреспондент связался с внучкой ветерана Великой Отечественной войны. Она поделилась фотографиями с этого мероприятия, а также дала интервью и рассказала о нем подробнее. Установка мемориальной доски Жоржу Ковалю стала очень важным событием для нашей семьи. Доска установлена на доме, где более 40 лет жил Жорж Абрамович. Но все это время большинство соседей даже не догадывались о том, что они живут рядом с легендарным разведчиком. Дедушка Жорж был удивительным человеком. В нем сочетались доброта, интеллект, чувство юмора и просто невероятная внутренняя сила. Он был преподавателем, ученым, наставником для многих людей и главой всей нашей большой семьи. Я уверена, что все, кто его знал, ценили и бесконечно уважали его. Коллеги Жоржа Абрамовича из Технического университета имени Ломоносова, где он трудился после войны, активистам нашего краеведческого музея передали в дар автобиографические книги и фотографии. Несколько лет назад в музейно-выставочном центре имени Клиппеля была создана экспозиция, посвященная Жоржу Абрамовичу Ковалю, атомному разведчику. И в разработке этой экспозиции, в ее создании приняли участие его родственники и также биограф Лебедев Юрий Александрович. Недавно мы от него узнали о том, что на доме в городе Москве была открыта мемориальная таблица, посвященная Жоржу Абрамовичу. Районный музейно-выставочный центр неизменно расширяется. Здесь постоянно создаются новые экспозиции. Зачастую они носят мобильный характер, например, передвижные выставки. В музее продолжаются мероприятия по поиску новых данных о наших ветеранах, благодаря поддержке муниципальных и региональных грантов. Дарья Яничкина, Виктор Ильин. Специально для программы «Новости 21».